поезде, который следовал из Якутии в краевую столицу, полицейские обнаружили крупную партию наркотиков. 5 полукилограммовых пакетов с листьями каннабиса они нашли при досмотре сумок 43-летнего безработного. Почему из множества пассажиров подозрения пали именно на этого человека, полицейские не объяснили. Сообщили лишь, что перевозчик был выявлен в ходе оперативно-профилактических мероприятий. Задержанный признался, что ездил в Амурскую область специально для заготовки конопли. По его версии, все 2,5 килограмма мужчина предполагал употребить лично. Он самостоятельно собрал верхушки наркосодержащего растения в соседнем районе и повез домой, в Хабаровск. Подозреваемый оказался рецидивистом. Житель города Хабаровска уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За незаконное хранение и перевозку в крупном размере растений, содержащие наркотические средства, Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. С места происшествия Михаил Сергеев при содействии пресс-службы управления на транспорте МВД России по ДФО.